В Малайзии прошла служба в память о пассажирах пропавшего Боинга. Люди несли и ставили свечи так, что получился рисунок самолета. Некоторые все еще надеются, что лайнер не разбился, а все находившиеся на борту друзья и родственники остались в живых. Сегодня ровно месяц, как малайзийский Боинг, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров. В самолете летели 239 человек. Поисковая операция продолжается до сих пор. Обломки не нашли, черные ящики тоже. Накануне австралийский корабль зафиксировал сигнал со дна Индийского океана. Теперь туда отправят субмарину с глубоководным оборудованием. Эксперты говорят, что аккумуляторы черных ящиков через несколько дней полностью разрядятся, и найти их уже будет практически невозможно.